Сотрудник приюта случайно заметил три коробки, оставленные кем-то на заднем дворе. Внутри на 26-градусной жаре ютились маленькие пушистые пленники. Сотрудник приюта Кас Каунти Хьюмейн в Индиане, США, вышел из здания поговорить по телефону, когда сделал шокирующую находку. На заднем дворе приюта, возле забора, лежали три обмотанных скотчем коробки. Коробки поспешили открыть. На улице стояла 26-градусная жара, и было неизвестно, сколько они простояли незамеченными. Сотрудники готовились к чему угодно, но такого не ожидали. В одной из коробок была взрослая кошка с котенком-подростком, оба перепуганные и перегревшиеся на солнце. Во второй, ютились шестеро маленьких котят. Малыши пищали и были измождены от жары, запертые в душном плену. В третьей коробке не находила себе места беспокойная мать-кошка. В коробках проделали дырки, но воздуха было все равно недостаточно, рассказывает основательница приюта Аманда Ли. Я не могу представить, что переживали эти крошки. Запертые в темноте, без воды, им было некуда сбежать от жары. Их глаза были наполнены ужасом. Сотрудники сразу же перенесли всех найденышей в приют и воссоединили маму с котятами. Другую пару, взрослую кошку и котенка подростка, поместили в отдельную клетку, те сразу прижались друг к другу, радуясь спасению. После небольшого отдыха, все спасенные котики наконец поняли, они в безопасности. Они столько всего пережили, но быстро пришли в себя и были полностью здоровы. Лишь у одного-двух недельного котенка обнаружилась деформация грудной клетки. Вскоре все спасеныши обретут свои дома. Для взрослых кошек и трехмесячного подростка начнут подыскивать хозяев на следующей неделе. Малышам же придется подождать, пока они не подрастут до нужного возраста. Дорогие друзья! Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного. И не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.